Всем привет, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня я навожу полный марафет, потому что мы едем в гости, и я хочу рассказать, как я ухаживаю за своим лицом. Прям покажу это наглядно. Вообще, если честно, еще когда мне было 20 лет, я думала, что 30 лет это уже старость, и уже просто дальше жизнь заканчивается. Потом мне наступило 30 лет, я начала думать, ой, ну в 40 это уже все, конец света. Сейчас мне 43 года, и я считаю, что в этом возрасте все только начинается. А что очень важно, ученые доказали, что 20% то, как мы выглядим, это то, что заложено генетикой. А остальные 80% это то, на что мы можем влиять. То есть это здоровый сон, здоровое питание, это прогулки, свежий воздух и, конечно же, это уход за лицом. И я выбираю уход за лицом от компании Oriflame, потому что это инновационная компания, и я пользуюсь этими средствами уже более 15 лет, и они дают прекрасный результат. И сейчас мой выбор – это серия Novage. Покажу вам сейчас всю серию. Вот такая пенка для умывания. Я выбираю экологен или серию Ultimate Lift, то есть она немножечко разная по составу. Сейчас я использую пенку и умываюсь вот таким спонжем, он называется коньяку. Мне очень нравится, как он делает классную пенку и очищает все загрязнения. Я уже сделала очищение. Далее я протираю лицо тоником. Многие почему-то говорят, зачем мне эта водичка нужна, какой смысл выкидывать деньги. Эта водичка очень нужна, потому что тоник, он как администратор в ресторане, он вас встречает. То есть администратор встречает в ресторане, а тоник, он встречает крем. Поэтому если вы хотите, чтобы крем работал на 100%, то его должен встретить тоник и проводить в кожу. Еще очень важный момент, некоторые девушки говорят, я не буду пользоваться всеми этими штучками, прибаучками, я возьму, например, один крем, и мне хватит, и утром, и вечером им буду пользоваться. Но также ученые доказали, если использовать полный комплекс целиком, то средства работают в 7 раз сильнее, чем нежели вы возьмете один крем и будете думать, что о, сейчас случится чудо, морщинки разгладятся, я там прям помолодею, захорошею. Это фантастика. Нужно пользоваться полными комплексами. Желательно комплекс подбирать в рамках одной компании. Например, если вы берете очищение Mary Kay, тоник покупаете L'Oreal, крем берете Oriflame или Avon. То есть, если у вас такой микс из разных фирм, сами по себе все средства, скорее всего, хорошие. Но вместе они могут просто не договориться и дать реакцию негативную на коже, как аллергия. Но самое меньшее, что они просто не будут работать. Не будут работать так, как бы хотелось. Поэтому после тоника я наношу на лицо крем и крем для глаз. И пользуюсь сывороткой, я ее забыла приготовить. Ну вот, обожаю вот этот крем, сейчас вам его покажу. Экологен, он занимает у меня номер один среди всех средств по уходу за кожей области вокруг глаз. И мне очень нравится, что здесь металлический шарик. И я его вот так вот просто прокатываю аккуратненько. То есть он не растягивает кожу, он ее не травмирует. И самое главное, что он ее классно охлаждает. То есть я наношу таким образом средство, мне очень кайфово. И я даю ему немножечко впитаться. То есть я не сразу делаю макияж, а чуть-чуть даю ему поработать. И использую дневной крем, он легкий, мне нравится под макияж. То есть я беру так небольшое количество, распределяю на пальчиках и раскидываю по всей коже. Помните про шею, про овал, потому что быстрее всего нас выдает именно падающий контур лица. То есть вот этот овал, он так стремится вниз, его прям тянет земное притяжение. Вот, лучше давать ему держаться на одном уровне, потому что овал, он в первую очередь выдает возраст девушки. Поэтому не забывайте про овал и про шею. Как мы наносим средства на шею? То есть первая, вот передняя часть шеи мы работаем движениями вверх, а боковые мы вниз уводим к лимфоузлам. То есть таким образом нанесли крем, мы его не втираем, аккуратненько мы его распределяем, потому что по тонику он прям сам скользит. И что очень важно, он
да, ляжет так, как нужно. То есть, где нужно больше питания, там кожа возьмет больше крема. Где кожа жирная, например, у меня Т-зона, она более выражена, то здесь крема возьмется меньше. То есть, все как положено. Крем впитывается, и после этого уже можно будет наносить тональную основу, средства уже косметические и так далее. Но об этом я расскажу в следующем видео. А вам всем желаю красоты. И чтобы ваша кожа вас радовала, независимо от того, сколько вам лет, чтобы, глядя свое отражение, вы понимали, что вы заслужили этот результат, и на данный момент у вас кожа именно такая, какую вы ее себе заработали. Поэтому уход, уход и еще раз уход. До встречи, с вами была Лилия Донскова. Пока-пока!